Последнее на сегодня в вступительной части. Перед вами наш новый информационный продукт. Это дипломатический вестник за прошлый год. Седьмой выпуск этого сборника. Как и прежде, он включает в себя важнейшие документы и материалы, отражающие деятельность российской дипломатической службы за 2011 год. Информационные основы ежегодника послужили публикации и фотоматериалы веб-сайта МИД России. Тираж 500 экземпляров. Каждая книга сопровождается электронной версией на компакт-диске. Кстати, мы в ближайшие дни разместим в электронном виде и на нашем сайте этот сборник. Бумажный вариант издания включает в себя свыше 2000 публикаций, размещенных по рубрикам. Открывается издание традиционным обращением министра иностранных дел России Сергея Лаврова к читателям ежегодника. Сборник подготовлен нашим департаментом и предназначен в первую очередь для дипломатов, специалистов-международников и, как я надеюсь, журналистов, которые активно работают и помогают нам во внешнеполитической сфере. Уверены, что он будет также интересен всем, кто вообще интересуется современной внешней политикой России. Сборник рассылается во все федеральные ведомства, специализированные библиотеки, руководителям ведущих средств массовой информации. Ну, те, у кого сегодня есть желание и возможность, пожалуйста, большой том и несколько дисков для того, чтобы вы получили представление. В принципе, как мы считаем, сведенные воедино эти документы представляют определенную ценность для тех, кто хочет проанализировать деятельность внешнеполитической службы в прошлом году. Спасибо вам за внимание. Я готов отреагировать на ваши вопросы.